патриаршей резиденции в Даниловом Ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла с министром вакуфов Сирийской Арабской Республики Мохаммадом Абд-ас-Саттаром Саидом. В ходе встречи сирийский гость подчеркнул, что мусульман страны связывают тесные и очень прочные связи с верующими Антиохийской Православной Церкви и выразил уверенность, что попытки террористов изгнать христиан из Сирии нацелены на то, чтобы разрушить ее как государство, поскольку христиане и мусульмане вместе строили там цивилизацию рука об руку. Сирия, и если как можно точнее ее описать, что такое Сирия, то нельзя сказать, что Сирия существует без, она неотделима от христианства, потому что Сирия – это колыбель христианской религии. Также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в ходе моего визита передать слова благодарности, признательности и самого глубокого уважения его превосходительству, президенту Владимиру Путину и также российской армии, которая стоит на стороне нас в деле борьбы с терроризмом. Представитель русской церкви неоднократно поднимал сирийскую тему как в беседах с главами государств, так и в диалоге с властью в России. Представители всех поместных церквей обращались с просьбой к президенту нашей страны, чтобы Россия сделала все возможное для того, чтобы остановить несправедливую войну на Ближнем Востоке. Вызвало глубокое удовлетворение то обстоятельство, что через некоторое время, как вы знаете, Россия сочла необходимым по согласованию с законными властями Сирии принять активное участие в антитеррористической борьбе на территории вашего государства. И, конечно, мы радуемся тем успехам, которые сейчас имеют место. Совершенно очевидно, что международный терроризм несет огромные потери и открывается возможность для мирного процесса, в результате которого бы наступил прочный и справедливый мир в вашей стране. Мы очень надеемся, что те переговоры, которые идут в Астане и которые сейчас идут в Женеве, все-таки приведут к долгожданному миру и к восстановлению справедливости.